Азербайджан может по праву гордиться таким ученым, как Юсуф Мамедалиев. Гениальный ученый-химик, талантливый исследователь, прекрасный педагог, видный государственный и общественный деятель, заслуженный ученый республики, доктор химических наук, профессор Мамедалиев вывел на новый уровень не только науку, не только Азербайджана, но и всего Советского Союза. Представители азербайджанской науки внесли весомый вклад в победу Красной Армии в Великой Отечественной войне. Ярким примером этого вклада является коктейль Молотова, заявил президент страны Ильхам Алиев. Также весомый вклад в нашу общую победу внесли и представители азербайджанской науки. Мало кто об этом знает, а ведь великий азербайджанский ученый Юсиф Мамедалиев изобрел зажигательную смесь, ставшую известной как коктейль Молотова, сказал Ильхам Алиев журналу «Национальная оборона». В 1996 году общенародный праздник отметили 90-летний юбилей Юсифа Мамедалиева. Это стало символом высокой оценки, данной сегодняшним поколением его заслугам. Вместе с тем, эти юбилейные мероприятия еще раз продемонстрировали миру высокий уровень науки в нашей стране. Поэтому это была церемония, посвященная как памяти Юсифа Мамедалиева, так и демонстрирующая миру сегодняшний уровень азербайджанской науки. Жизнь, творчество, произведение и большое научное наследие, оставленное Юсифом Мамедалиевым, являются большой главой, частью, отрывком истории азербайджанского народа. Этот человек большого интеллекта, обладающий широкими знаниями, талантом и самоотверженностью, вошел в нашу историю как благодаря своим открытиям, научным произведениям, так и благодаря деятельности в области организации, развития азербайджанской науки. Сегодня с большим удовлетворением вспоминаем заслуги Юсифа Мамедалиева. В 1938 году Московский государственный университет, приняв во внимание серьезность трудов Юсифа Мамедалиева в области исследования нефтяных газов, присвоил ему степень кандидата химических наук без защиты диссертации. Тогда молодой азербайджанский ученый сумел получить сырье для отечественного производства сложных лекарственных препаратов, ранее закупаемых за рубежом. Усилиями Мамедалиева в Азербайджане в 1945 году была создана Национальная академия наук. Глава Академии наук СССР академик Владимир Комаров признал: «Республика, имеющая только одного такого ученого, как Юсиф Мамедалиев, достойна своей академии». За 64 года, что существует Академия наук Азербайджана, ее возглавляли 10 президентов. Юсиф Мамедалиев занимал этот пост дважды. Большой ученый живет в своих изобретениях и после смерти. Ньютон, Фарадей, Ампер, Ом – не просто имена, но единицы измерения физических величин. Академик Юсиф Мамедалиев тоже оставил после себя уникальную единицу измерения – 1 юм. Вот так, по инициалам метра, его ученики и соратники называли единицу для определения меры человеческой доброты. Будучи ректором Азербайджанского государственного университета, Мамедалиев ежемесячно посылал деньги малоимущим студентам-азербайджанцам, жившим и учившимся в Москве. О степени значимости работы ученого говорит тот факт, что 24 июня 1945 года он во время исторического парада Победы на Красной площади получил пропуск на трибуну Мавзолея, где присутствовали первые лица страны – Молотов, Калинин, Ворошилов и другие члены Политбюро.